город Москва, московский метрополитен и станция метро Новослободская. И тут здесь, ну, видно, что в советское время сделано. Мир во всем мире. Что такое? Мир. Мир во всем мире. Мир. Ну, мозаика такая. Женщина с ребенком. И голубь. Вот такая. Ну, стиль такой интересный. Как бы витражное такое стекло. Да, сзади там видно, что горят лампочки, лампы освещения. О, да, они разные. Тут вот на фортепиано. А с этой стороны, ну, явно художник. Тут переход куда-то. А что там? Колхозница, советские мотивы, там комбайны вдали, да, витражное стекло. Так, тут это, наверное, какой-нибудь рабочий на заводе. А, через одну идут такие. Явно чертежник, ну, наверное, проектировщик или там инженер. А это ученый, наверное. Глобус там, что-то такое. А, что-то вроде карты. А тут получается, да, теперь уже похожи эти, что там, что там. Вот такая вот интересная станция. Интересный такой стиль. Со звездой в центре. Там пешеходный мост, переход. Такие советские мотивы.